Остров Ога – это уникальное место для любования закатом. Поезда можно наблюдать живописные пейзажи. В любой оконок, для которого возводят скульптуры собак. И... непосредственно занимался отправкой Акитаину и получением лайк. Уникальный проект создания в Владивостоке. Уже создаются крупные инфраструктурные проекты в сфере туризма. Уже ближе к концу лета проводится грандиозный фестиваль фейерверков на кубок премьер-министра. Мы сегодня ведем переговоры с рядом больших крупных компаний Японии, в том числе которые касаются и развития торов. В частности, это тор Михайловская, сельскохозяйственная специализация. Относительно участия тора «Остров Русский» мы говорили о том, что у нас есть интерес у ряда компаний японских, в том числе и компании ИИДА, которые готовы стать резидентом тора «Остров Русский».